Как все началось? Привет. Привет мужикам, передайте нам привет. Мужчина с арендатором совка. Пускай он уходит. Если нам привезут, то зачем? У нас тут есть, там нет. Оружейное вот то масло. Да, я в курсе уже. Уже в курсе. Да. Так, здесь все, перчатки сдали. Вот это проезд оттуда. И вот грамоты. Началось это год назад, грубо говоря, обратились к нам еще наши два друга. Да. Они регионалы, кстати. Вот. Обратились за транспортным же средством. И вот они собрали за свои деньги, скупились и поехали. Вот. И вот это был первый шаг к поездкам в зону АТО и волонтерскому движению. Смотрите. Так, мыльная рыльная. Много теплых носков патриотических. Патриотические. Все это наши запорожки вместе со всеми остальными делами. Это на мульку, если ты поставишь. Не, наверх не ложи. Да. Отдельно бери. Это чисто рыба пошла. Рыбу лень. Так, сгущенка. Сгущенка пошла. Хлеб. На кухню. Я не знала, куда себя деть, хоть иди войди. Когда вот это все началось после объявлений, после захвата Крыма, после того, как стали организовываться у нас. Я не знаю, это был апрель месяц, когда мобилизация началась. Но мне кажется, это буквально с первых дней. Начали звонить какие-то друзья, у которых то родственники, то знакомые куда-то, где-то здесь рядышком в Запорожской области находились, и им нужно было вот что-то очень важное на тот момент переправлять, но вплоть до того, что просто спальники, котелки какие-то, потому что ребята оказывались в степи без ничего, только с сухпайками. Так и началось, и я даже еще тогда не поняла, что это волонтерство. Ставь, там этот самый. Да, берегите, там нормально. Потом мой хороший друг попал в АТО, и так получилось, что он звонил, и когда я спрашивала, что там может быть нужно, потому что уже закрутилось это все, и он сказал, что нет, на самом деле все есть, но единственное, чего нет, это тепловизор. Мы без него слепые. Для меня тогда тепловизор, это было лето прошлого года, и тепловизор был где-то так, далекое название, непонятно чего. И когда мы начали собирать деньги, я думала, я когда увидела, сколько он стоит, я думала, никогда это не удастся. Вообще, на самом деле, это безумные какие-то деньги, непонятные для меня. Но прошло где-то 2-3 недели, и мы собрали всю сумму и нашли человека, который нам еще и скидку сделал, потому что это для АТО. Купили тепловизор, отправили. И тогда вот наступило какое-то, просто наступило на тебя какое-то счастье от того, что удалось сделать такую классную вещь. А потом это уже стало более осознанно, потом это стало системой. И мы, как и все волонтеры, наверное, на эту систему присели и уже не мыслим без этого. Смотри, я вообще такая сама по себе вольная, так? Я занималась дизайном интерьера.
Очень просто. Я журналист. Я журналист. Телевизионный журналист. Буквально, ну, до того, как все это началось, мы работали в государственной ритуальной службе. Занимались перевозками, вот, похоронами. И так как вот моя жена до сих пор там работает, и я ей помогаю в организации похорон. Понял. Дорогая моя, что, не найдем мы баночку тушеночки? А тебе именно баночка? Да, ну, это один боец 73-й, звонит, у него жена и маленький ребенок. А вот и они, получается, что, а я у тебя глянул, а что-то у меня нет такого же. Если ты ровно там что-то положил. Это что, вот, да? Ну, наверное, да. Россияне не учли. Не учли вот этого феномена волонтерства, этого феномена, когда поднимется вслед за добровольцами, поднимется еще полстраны на то, чтобы помогать и ускорять, приближать победу. Покупается крышка, там 1200 гривен там, для АК, на которой стоит жестко еще, и ставится, и это будет полный комплект для калаша. Итого сколько у нас получается? Итого получается 60 долларов, ну пусть там, ну, еще, 60, там, ну 1600 60. Там, да, то есть, да. Там, то есть, да. Вот, 60 долларов. На списке. Потом, что смотри, знаю, смотри, потом, значит, так, прицел, это 2500, явно выберу, там, с, или, знаешь, там, без, да, этого, без подсветочки, и кольца кредит 500, все, минимальный комплект. Итого получается 4800. Наверное, да. Но там, вроде бы, заказ... Плюс заставка где-то 5, не, да? Доставка. С доставкой? Доставкой, да. Не треба, я там где-то кину. Вот этот товарищ, это люди украинские, да, он... делает такой объем работы, просто который неописуем. Он ремонтирует, помогает ремонтировать вот этот тяжелый вид транспорта. И, а мы ему в этом помогаем, да, всячески. Да. Да. Это мой колеса друг. Пробиваем. Это мой двигатели снимаем. Такие вот дела. Вот великое дело, великой Украины. Да, ты доволен, друг? Конечно. Вот расскажи мне, как тебе жилось в городе Запорожье? Отлично. Сколько килограмм добавил? Скинул. Скинул. Ну, а что делать? Вот скинул. Матуси называется село, оттуда Саша фермер нам начал помогать. И вот он в течение зимы нам передал первый раз, это получается порядка 45 тонн овощей он нам передал, для того, чтобы наши девочки, сотня наша женская, делала с них сухие борщи. Эти борщи мы развозили не только я, а мы все, вся наша Запорожская область, вот, наши все волонтеры развозили по всему фронту. В зимнее время, особенно когда морозы, продукты ж не хранятся, картошка, морковка, лук, а борщи сухие хранятся, и оно их очень спасало. Даже были такие случаи, когда накрывали их там градами, они засовывали эти борщи в пакетах под мышки и текали. И потом, когда после того, как заканчивался обстрел, приходили, находили казанок, туда снега, натапливали и делали таким образом, готовили борщ и спасались от холода и голода. А берите, потому что надо, да, да, забрали, видно, немножко почистился. Ну, Валя, времена ша пройти нельзя было, сколько всего стоит. Если б люди не покупали, не несли, не везли, не шили, не пекли ничего, люди, в общем, я просто, ну, как прозрело, мне кажется, вот, ну, не где-то же он не нужен. Ну, наверное, есть, конечно, но такое чувство, что... Или вот это такое желание вот это победить, желание добиться справедливости, я не знаю, ну, просто крышу сходит. Здесь 5000.
5 тысяч, это вот Татьяна передала. Дело в том, что мы же ремонтировали машину, ту белую и вот этот наш красный, который постоянно ездит в зону АТО. И вот эту. То есть эти деньги переданы на содержание автомобилей. Вот, все это передается, они помогают именно не только покупкой, вы видели там шампунь и так далее, да, все эти средства гигиены, но и средства чисто на содержание автомобиля, поэтому это нам облегчает задачу, то есть я практически не обращаюсь к людям за помощью, эти деньги, которые передают нам на АТО, они идут на АТО, а эти средства идут на содержание, замену масла, там замену по ходовой, вот рессоры лопаются часто, наконечники, там развал схождения и так далее. Открываем, и что мы находим? Это вареники. Так, а сколько их тогда брать-то? Да сколько надо берем. Вот, вот еще, смотри. Вот здесь еще вареники. Написано, с любовью, ну стерлось, да, с любовью, с... Тернополя. Вот вареники. Нет, это что? Овощи, баклажанки. Это, наверное, знаешь, как она как петушонка, как типа паштетом идет. Ну, что-то такое, да. Ну, надо купить пару банок. Наверное, я тебе потом дам, если консервация нужна будет, у меня есть. Я просто... Ну, консервация вот то, что Тернополь, и вот, вот это да. Вот все Тернополь. Нет, у меня там консервация есть, у нас в принципе нет. Чуть-чуть. Не хватает где? Ой. Ну, даже что-то тут не видно. Ведерко не хватает. В руке. Ну, так получилось 3, а так 4. Ну, значит, бери еще. Взял, спасибо. Маша, как всегда, вот эта машина закрыта, она дотаскивает. О, она ж для танкистов, ну что ты? И невозможно переоценить вклад волонтеров прошлого года, потому что не было фактически ничего. То есть были добровольцы, и была какая-то полуразваленная полуармия, полунепонятная какая организация. Это на самом деле, это, в общем-то, секрет Полишинеля, что у нас тогда ничего не было. Я же говорю, полетет, у них какая-то такой стать. Пошли, да. А, вот, смотри. Можно сделать вот, вот такой пулемет. Вот. Слушай, там, смотри, надо этот сразу. Здесь надо вот такую сделать лавки откидные. Понял? Да. Понял. Как быстро мы изобретаем оружие. С ничего можно сделать хороший пулемет. И строчить на нем. По врагам Украины, да? Слава Украине! Кто придет к нам с оружием, тут даже от деревяшки может убить. Негодяй. Хороший автомобиль. Он еще повоюет. Ух! Ух! Вот ты едешь, я не знаю, кому вот наши поездки больше нужны. Им или нам, честно. Я иногда чувствую, неделю не еду, мне чего-то не хватает. Вот как разрядка какая. Вот ты приехал, ты кому-то нужен, сделал нужное дело, ты это видел и дня. Может, это больше нам нужно. Да, насыпай. Только... Куба. Где такое можно еще поесть? Мы скинули с этого кабанчика купили. Где такое можно еще поесть? Только на природе. Спасибо.
А то я начал говорить, я когда начинаю говорить, я могу долго говорить и без остановок. Меня только Вася Бушаров успокаивает. Вася, перехватывает слово и начинает сам. Да, он перехватывает мое и продолжает и останавливается. И он подарил мне вот эту толстовку такую. Я сильно кипишной. Мне написано, сберегай споки, да, поэтому, чтоб я не заводился, бы начинаю иногда. Да, особенно то... не люблю несправедливость, поэтому. Он, наверное, раньше на таджикском начинал ругаться, а сейчас даже не... он говорит, я не умею на нем говорить. Такой кипиш поднимал. Да, да, я таком говорю сразу. Ну, что. Спасибо вам, ребята, вы же защищаете нас. А то, что мы делаем, мы просто помогаем. Мы все вместе делаем. Одно дело, по большому счету. Одно дело делаем. Да. Если не мы, то кто? Да, да, а кто? Да, Ларь? Да, да, да. Привезла нас чай. Борис, добавочки? Было сколько случаев, я по городу ездил, собирал, солярки больше выпаливал. Звонит женщина, бабушка, дедушка, говорит, бутыль сала, один бутыль сала, говорит, засолила, приедьте, заберите ребята. Едешь и забираешь, привез вам бутыль сала, вы его там сели вот так вот, гуртом и съели, допустим, где-то при этом. Ну да, ну все равно приятно. Да, и... все равно приятно, хоть конечно. Бутыль сала, да, какие-то затраты. А так, вот в этом, наверное, и заключается эта победа. Они помогают, в первую очередь, не нам. Не вам, самим себе, чтобы спокойно там в теплых постелях спать. Да, все умеют. Я же говорю, это какая-то школа мастерства тут проходится. Мастер-класс. Не последний раз? Да. Перейдите сюда. Ну, видишь, я тоже отращиваю. Уже. Это надо, да. Но раньше у нас было очень много посетителей, очень много помощников. Сейчас или выдохли, сели, разъехались, я не знаю, в чем дело. Потребности, которые нужны, да, ребятам, и ты понимаешь, что нужно это собрать, купить, отвезти. И начинается вот это, а где брать, с чего начинать? Есть люди, которые... помогают, ну, регулярно, да, допустим, каждый месяц какую-то там сумму они передают. Вот. На эту сумму закупается то-то, то-то. Ну, бывает, что эти лимиты превышают, да, и мы начинаем ходить с протянутой рукой. Ну что, вот это большая проблема, конечно. Ехать надо, ехать не на что. Везти тоже сейчас практически нечего. А потребности не уменьшают, абсолютно не уменьшают. Одни ушли, другие пришли, на новое место перекинули, и опять 25, опять все сначала. Очень надеюсь, что эту зиму нам не придется переживать вот так, как мы пережили. Хотелось бы, чтобы все закончилось. Окей. Вот. И дальше, вот уже отметили мы это. Я буржуйку отдал. Буржуйку отдал уже? Ну, отдам, да. Вот. Да, буржуйки есть, просто завтра ли их надо везти? Так, вот по этой сумме мне уже вопрос тоже сейчас задали. Сейчас сумму погуляться подбью. Есть у нас, которые кто добавит сюда денег. Ну, есть какие-то. Ты мне скажи, если тут не будет хватать, да. Найду. Так, и берцы у нас есть. Размеры, тут, понимаешь, раз, два. Все это по есть. Штучку, да. Остались такие верные люди, которые по-прежнему помогают армии и даже еще больше. А в основной массе люди немножко приуныли, приутихли и сдулись чуть-чуть. Наверное, так. Просто устали. Когда у людей было что давать, они давали. Сейчас у людей нечего давать. Они сами живут с копейки на копейку. Поэтому... пусть дадут то, что им не надо. Ну, то есть у многих есть, допустим, в гаражах у мужчин инструментов вот так. Я вот когда прохожу по гаражам, я говорю, мужики, дайте, а вдруг пригодится. Да если война сюда придет, оно тебе не пригодится. О чем ты говоришь? Ну, видишь, как ломают новую машину. Новую, это же надо. Серега, очнись, еще не поздно. Брось, друг. Не ломай. Нихуя, 30 лет, наверное. Непослушный. Я сама русская.
Я прекрасно понимаю, почему русские так не любят. Вот сейчас я это понимаю очень хорошо. Понимаете, и этот крест будем нести, мы сегодня с Наташей вот так. И будем нести мы этот крест очень долго. Несмотря на то, что много адекватных людей, и там России, по сравнению со всем общим количеством населения, не так много, но их, в общем-то, много. Многие же мне говорят, а что там показывают по телевизору какую-то ерунду, все это неправда. Я говорю, что неправда? Вот что, по 1 плюс 1, да? Вот показали, что там стреляли, что там снаряды летели с той стороны. Вот наши обманывают. Я говорю, так выключите тогда телевизор и тот, и тот. Ну как ты можешь судить, что наши обманывают, а другие не обманывают? Как можно вообще определить обман? Чтобы это узнать, увидеть, да? Съездите туда, пообщайтесь с людьми. Ничего себе. Вот такие вот подарки. Видишь, прилетает откуда-то. Боже мой, ты посмотри, какой ужас тут. Видно, да? Ужас. Просто вот с той стороны такие болванки. Давайте покажем ребятам. Я просто в ужасе. Это же надо. Вот это наша цель. А ну мы сейчас уже тут сейчас стулья завозим. Это же бомбежка была, мы все выйдем наверх. Да, где-то был там осколок, а тут со стеклом, да? Залетел сюда. Вот, ребята! Вот что прилетело сюда. Смотри. Многим абсолютно фиолетово, что там происходит. Им наплевать вообще. Ну, два разных реалий. Вот когда туда приезжаешь и видишь школу разбитую, именно сцену, на которой, да, первый снаряд прилетел в Красногоровке, в школу, и когда ты видишь этот разбитый, где дети танцевали, плясали, и когда сюда приезжаешь, вот в наших школах, я часто хожу в школу, смотрю, и дети выступают, насколько это действительно счастье, что у нас здесь, на этой территории Украины, нет войны. Хочу рассказать историю этого дома, как Семеновна только что рассказывала. Очень добротный, видно, да, что это был новый дом. Вот если мы еще ближе подойдем, посмотрим. Ну, новый дом, его недавно построили. Люди долгие годы ездили на заработки на золотые прииски, на север. Зарабатывали там деньги. Приехали и построили дом новый. Вот эта часть новая, та старая, это новая. Видно, он по шиферу. Абсолютно новый шифер. И вот сюда прилетел град, и нет дома. И скажите, столько труда дети, сколько они там трудились на том севере, в том холоде, да? И в один миг они остались без ничего на улице, бомжи. Может быть, вот 80% населения, которое в любой стране остается стабильным, таким вот, ну, бюргеры, такие обыватели. Они, наверное, другими никогда не станут. Они обыватели. Главное, чтобы колбаса была по 2,20. И главное, чтобы вот дети вот здесь, вот вокруг меня, войны не было. У них никогда не будет ни стремления вперед развиваться. Для них важная будет стабильность. Ну, кому-то вообще все равно. Кто-то ждет, сидит. И никак не может понять, что просто так тебе не придет. Русский брат и не скажет, ты меня ждал. Нет, он пока не разгромится по дороге. Просто так не придет. Здесь мы уже крышу мы подремонтировали, а вот здесь крышу поставили. Ну, тут ушли, мы нашли шифер, а здесь... Две поленницы было, вот там вот целая. А дрова вот это все их сюда, вот это самое все сюда ушло. Вот. А у вас газа здесь нет, да? Нету. А вот что снарядик прилетел, видите, как щепочки на растопку сделала. Что? Ужас. Вот так вот это. Это война. Да. Не дай бог. Да, это вот так вот получается. Это уже подгородили 4 дождем. А это мы уже немножечко перекрыли, чтобы вода не лилась к нам сюда. Вот так мы сделали. Ну, слава Богу, видите, сейчас мир. Ну, я этот... А снаряд?
А где был вот этот снаряд? Откуда кто побило-то? Закопали, это заровнял сосед. Вот за столбом, вот там уже поставили столбы и огород натянули. Вот там еще один снаряд торчит. Такой же, где машина. Ну как можно сидеть или вообще не задумываться о том, что идет война, или просто сидеть и трындеть, какие все плохие. Ну просто возьми и что-то сделай, потому что сколько ж людей, кто-то, я говорю, носочки вяжет, кто-то пироги печет, это же сон, это не цель. Просто возьми и что-то сделай. И спасибо действительно всем волонтерам, мы бы не выжили эту зиму. Просто, знаете, благодаря еще, конечно, погода, и если бы не возили вот так хоть что-то, люди тут погибли бы просто. Нас даже горсовет приходили, говорили спасибо вам, потому что... Ну... Да, благодаря таким неравнодушным людям, как вы, как вот УМИД, и много таких, наш город выжил, поверьте, не государство нас выкормило. А возьми у меня. Сейчас мы дадим. Сейчас мы украинские флаги. Так, кто-то начинает говорить, а вот что же государство, что ничего не делает, а что же это начинает? Родственники там. Я говорю, ну пойдите спросите. То есть сходите в военкомат, в мэрию, в администрацию. Ну сделайте, оторвите себя. Ну вот нам некогда, допустим. Сходите спросите, нам некогда. Вот мы делаем то, что вот мы делаем. Что сидеть и рассуждать? Иди спроси, узнай. Хочешь что-то выяснить? Сделай. Погибших, в частности, Ивана Гопчака, я отвозил к нему на родину, в Драгобыч, и первый раз я тогда увидел, что такое, когда, как встречает своих героев Украина. У нас здесь далеко от этого, но сейчас уже к этому пришло, а там, получается, они встречали на коленях. Я когда первый ехал на встречу микроавтобус, с него вышел человек, водитель, преклонного такой, взрослый человек. Он знал, там церковь очень хорошо работает, они все знали, что я еду. Они сделали коридор почета. Утром это было, рано. И когда мы проезжали Драгобыч, на перекрестке провожали на трассе, а потом переехали в Трусковец. Весь Трусковец, вот как я его проезжал, люди стояли живым таким коридором с флагами, и все кричали, что герои не умирают. И это правда. Оттуда мы поехали в село, где хоронили, где жил и родился Иван Гопчак, дом его. И выехали с города, и вот первый мужчина, который ехал навстречу, встал на колени, у меня сердце оборвалось. Я чуть это не передать. И вот так 30 километров. 30 километров между сел. Там такие были места, где нет дороги, нет никого. И стояли люди, взрослые, дети, женщины с детьми. Стояли. Ой. Это... не передать. Маленькие дети, такие, там 4-5 лет,
держали руку вот так, сердце. И тоже кричали, что герои не умирают. Я уверен, что многие из них, они даже не знали его. Ну, не могли быть лично знакомы с ним, с Иваном. Но они знали, что это их герой. И поэтому они об этом как бы говорили. И помнят, я уверен, что они его никогда не забудут, этого парня. И я тогда, честно скажу, позавидовал ему. Позавидовал тому, что вот так достойно погибнуть за родину, и чтоб тебя так вот похоронили с такой честью и уважением. Это действительно, это земля наша, она любит героев. Я нигде такого не видел. Я много ездил. Я не скажу, что за границей, но Россию взять и наш бывший Советский Союз. Нигде такого нет. Это я могу точно сказать. Это первое, это самое первое, что всегда ждут и берут в руки ребята, бойцы. Там берцы, все, там какая-то тактика, еда, медикаменты. Это все важно, это все складывается. А детские рисунки, они не просто их берут в руки, они делятся ими, они рассматривают их, они общаются. Я даже несколько раз самой удавалось вот зафиксировать, фотографировать ребят, которые схватили рисунки, пошли, сели, рассматривали, читали, потому что там написаны такие слова. Ну вот взрослый человек все равно, когда он что-то пишет, он может приукрасить, он может там где-то слукавить, скажем так, для того, чтобы от души, да, для того, чтобы поддержать как-то бойцов. А дети, они настолько чистые, они пишут такие слова, от которых вот ты пока еще везешь эти рисунки, у тебя уже ком в горле где-то становится. И они это тоже очень чувствуют, и для них это бесконечно важно. И они всегда спрашивают, а детей что-то привезли? И... А дети не перестают удивлять, они, потому что они изобретательны. Они рисуют не только рисунки, они делают там ангелов-хранителей. Они какие-то фенечки чего-то мастерят такое. И вот это все ожидается и принимается всегда с таким трепетом, с такой любовью, от которой какая-то такая волна поднимается, и волонтеры плачут. Вот. Тихо, смотрим. Давайте мы покажем нашему оператору, какие делают письма. Ух ты, это что-то я... Что у вас написано? Ля, какая красота. Письма. Слава героям. Ну почему-то на зеленом. А, вот, смотри. Смотри, с оберегом внутри. Очуметь, вот это дети. Вот это молодцы, смотрите, какая красота. Это просто ради этого стоит второе. Б-класс. Где такое? Где в мире, скажите, есть такое? Нигде, чтобы ребенок написал письмо и в него положил вот так вот оберег. Да, ведь сколько не смотрю, нигде по российским такого... новостям ничего такого откуда? Не показывают. Откуда? Смотри, это каждый ребенок, это душа. И ради этого ребенка, смотри. Они ж готовы просто, глянь. Ну вот скажите, как не любить такую Украину? Они нам рассказывают там. Смотри,
Это просто можно. Я не знаю, их можно смотреть, пересматривать. Мне всегда хотелось изначально все эти картинки почему-то оставить себе. И, не знаю, повесить во всей красе. Смотри. Ну, блин, я не знаю. Мне всегда, когда такое вижу, мне просто хочется плакать. Смотри. Ну, это ж... Чё? Украина едина. Сейчас я посмотрю, подожди. Ой, не знаю, их много всяких. Вот, смотри, картинка. Семья, да? Вот семья. И вычеркнутый танк зачеркнутый. Значит, семья, ну, против войны. Все дети рынки. Вообще молодцы. Да. Дети вообще, не ожидал детей, как это. Я заезжал, дети вообще молодцы. Когда свою школу четвертую. А вот взрослые вообще, это пафосно. Да. Все, слава Украине. Нет, там слава, да? Как бы есть, которые да, а... Там разберемся. Конец идеи. Просто подделки делали, да, с пониманием. Как они. Они вот, кстати, о подделках. Очень тоже много передавали подделок. Третє місце в нашій грі патріотично-екологічній. І хлопці, можна ви візьмете участь разом з нами у нагородженні, добре? Мы когда приезжаем, они даже говорят, вы ничего не привозите, вы просто сами приезжайте, потому что им не хватает вот обычного такого человеческого тепла, участия, им не хватает того, что, ну вот, каждый человек нуждается в том, если я что-то делаю, но я это делаю не зря. Они так тепло обнимаются всегда, что кажется, тебя ждут, как, ну, не знаю, как манны небесные. Даже с этими петлями, видишь это? Нет, петли. Это не те петли. Нет, петли уже сами делают. А да, те, да, то, что я тогда покупал же, петли. Они не подошли. И где они делали? Я не знаю, Макеновы. Я люблю своих детей. Я это, наверное, делаю. Я когда-то уже об этом говорил. И нашим ребятам говорил, когда они говорят, вот вам спасибо. -то. Нет, говорю, это делают, в принципе, больше всего даже для себя. Для своего какого-то оазиса, чтобы мои дети, мои внуки, вот мы возвращаемся к тому, что жили в правовом поле, в правовом государстве, демократическом государстве. А берцы ты померил? Да, нормально. Твой размер? Да. Замечательно. Берцы уже подошли. Вчера мы привезли. Офигенно. Давай, на Америку. Это интересная форма. Это называется горка. Это, ну, на сегодняшний день самая да? Такая да, модная горочка. Да. Самая крутая. О! Да! Ты что? То, что доктор прописал, да? Пойдет. Пойдет? Понятно. Ну, мы рады. Пойдем еще сейчас посмотрим. Да, не, это вам спасибо. Вы же нас защищаете, не мы вас. Как сказал один мой друг тоже, что мир уже никогда не будет таким, как раньше. Ну и, наверное, мы тоже никогда не будем такими, как раньше.
Может быть, мы стали лучше, может, мы стали злее, а может, наоборот, добрее. Я думаю так. Я делаю добро. Я оружие не вожу, боеприпасы тоже не вожу. Это нельзя, как бы. Ну, мы помогаем бойцам выживать, а не убивать. Все, ребята. Вам большое спасибо. Все, удачи. Извините. И вас также берегите себя. Добра нам всем. Да, ребятам передавайте. Вы что, да, поедете к ним, да? Нет, только шаги. Ну, еще бы не приедут. Вот как не страшно говорить, что эта война подарила мне не просто добрых друзей, не просто настоящих друзей, не просто классных людей, которых я вот до сих пор не знала и, наверное, бы не узнала, если бы не война. В буквальном смысле братьев. Мне нужна форма. 23 апреля с зоны в Розовку выйдет солдат. К нему мы везем невесту из... Сумской области, по-моему, да. И там свадьба будет. Так что едем на свадьбу. Да, едем на свадьбу. Вот форма. Да, жениху форму. Нормально. Я беру на себя невесту, и там мы с Женей уже договорились. Так, а вы берете на себя топливо. Все остальные берут топливо на себя. Я форму. Я беру шарики. Торт. Торт, я делаю букет и едем жениться. Хорошо, с меня торт. Тебя транспорт. Не, ну транспорт. Все, я уже все, я занял. Ты любишь торты раздарить. Потому что я их просто не ем. Ну, хорошо. А то, значит, что я выйду в дравной форме жениться. Так, а ну кто ж тебе берты? А рост, вес? А у меня берты. Размер. Вот, берты. А размер мальчика. Какой? Сейчас берты. Скажу. Говори. Дай Бог, чтобы это не угасло. Вот это все не угасло. И мне кажется, что уже не получится. 10% безумцев, которые готовы на все, и в том числе изменять государство. И я сейчас вижу даже тоже по своим друзьям, которые независимо от того, были в АТО или не были в АТО, воевали или сидят на диване, но они развиваются как-то. И они дают, не дают покоя вот тем же чиновникам. Они, люди изменились, и государству приходится, оно вынуждено меняться под людей. Просто потому, что ему уже некомфортно и неудобно действовать так, как они действовали. Естественно, это долгий процесс. Многие говорят, вот что тут такое, год целый мы тут типа и шачим, да, там что-то делаем, а ничего не поменялось. Поменялось, как это не поменялось? В ваш дом не прилетели снаряды. Это разве не поменялось? Если бы за этот год ничего не делалось, то уже бы у нас, берег Днепра, наверное, этот берег отошел бы другой стороне, а тот другой стороне, там было бы ЗНР, ДНР, ну, там, и тогда ХНР, что-то такое, понимаешь? Записали все, на воду сдавят. Я бы сейчас пойду, я не скрываю. Есть такие ребята, как вы там. И не один, мы много их встречаем, да, такого возраста. Но они в основном в добровольческих батальонах, и в 55-ке водителей много. Вот с дядей Васей я ездил в Черкассы за продуктами, да. Но я говорю, даже я говорю, рядовым пехотным звание возьмите, без звания офицерского. Ага. Возьмите меня. Не хотят, да. Не, военкомат он же не берет, потому что ответственность за вас должен взять. А в частные батальоны, допустим, такие как Азов, правый сектор, или Донбасс, или Айдар, да, вот туда возьмут, конечно, с удовольствием вас. Возьмут, потому что такие люди, как вы, с таким опытом, с таким багажом знаний, они нужны всегда. Вот чтобы подсказывать молодым. Понятно, я понял все, я понял. Извините, надо ехать. Ладно, езжайте, Ваня, удачи всем. Да. И нашим передавайте привет. Я хотел спросить мой зато. Слава Украине. Героям слава. Молодец. Держись. Украина, она нас одна. Ее нужно беречь, хранить и любить. Обязательно самое любить. Самое главное. Да, удачи тебе, спасибо. Все, до свидания. Алло. Что волонтеров ждет в будущем? Не знаю. Мне кажется, что у нас работы не точат и край. Будут семьи воевавших ребят. Мне кажется, что это, оно может быть немножко изменится это. Как сказать? Сама
работа, ни движение, ни работа, деятельность, вид деятельности. Очень много пленных, очень много будет раненых. Ребятам инвалидам надо помогать. Есть их семьи, есть их детишки. А, мы об этом говорили даже вот с моим другом Умидом, с другом, товарищем и братом. Один из моих братьев. Он говорит, знаешь, когда закончится война, я все равно буду помогать людям. Он для себя выбрал помогать, он даже уже знает, кому будет помогать. Он будет помогать детской футбольной команде, которая точно так же, как вот бойцы сейчас, нуждаются в таком человеческом опекунстве. Ну, опять же, не хочется быть красномовным и пышномовным, да, но я думаю, что-то такое важное найдется на тот момент, потому что после войны всегда есть что делать. Армійськими закупками відтепер будуть керувати волонтери. Крила Фенікса менше ніж за місяць через соціальні мережі назбирав майже 2 мільйони гривень. 40 мільйонів гривень і понад 100 тонн продуктів для військових. Понад 110 мільйонів гривень зібрали небайдужі українці. Волонтерське об'єднання «Народний тил» відзвітувало про півроку своєї діяльності. Засновник волонтерського руху «Крила Фенікса» Юрій Бірюков став радником президента України. Ми розвезли більше 110 тонн за 5 місяців продуктів по фронту. Призводимо обучення ребят управлінню безпілотними літальними апаратами. Міноборони заявили, що доручають волонтерам перевірити все – від казарми складів до лазні та їдальні. Проєкт очолив голова волонтерського об'єднання «Народний тил» Георгій Тука. Вже відправлено 37 машин. Це джипи і буси, військові підготовлені. Крім цього, було підготовлено… Приймаю рішення про призначення Георгія Туки головою Луганської обласної державної адміністрації. Дякую.